Всем привет, дорогие подписчики, зрители моего канала. Рад приветствовать у себя в мастерской. Решил сегодня сделать таежный топорик, так как он мне очень пригодится. Этим сезоном планирую снимать выживание, рыбалки, ночевки. Решил подготовиться, так как сейчас зима, сделать много чего. Топорик, ножик, планирую сделать сноуборд, штатив своими руками. Смотрите, будет интересно. Вот такая вот мастерская у меня в гараже. Здесь мы будем делать топорик, такая вот столешница большая, удобная, на ней что-то делать. Полки завалены, ну я смотрю, они всех в мастерской в гараже завалены, так как я как-то раз пытался убрать. Это пускай будет пригодиться, это пускай будет, и хлам собирается и накопычивается. Вот Гарри мышку ловит. Да, Гарри, как там сегодня, есть мышки или нет? Вот такой уже кабан. Кто видел, как он маленький был, споймал мышку. Да, Гарри. Такая вот тумбочка под инструменты. Буржуйка, где мы сейчас затопим. Будет тепло, когда надо, я в ней копчу рыбу, мясо, колбаску. Я снимал как-то. Вот такую вот тумбочку сделал под саморезы. Все подписаны, 35, 45, 75. Всегда удобно, когда ты что-то делаешь. И всегда все под рукой, ты знаешь, взял очень удобно. Нашел у себя вот такой вот плотницкий топорик. Я его переделаю, так как здесь металл не очень. Я его закалю и сделаем хорошую сталь, которая будет звенеть. Как проверить, я сейчас вам покажу. Если мы берем напильник и он цепляет, значит металл плохой. Вот у меня такой топор побольше. Если на таком топоре напильник скользит, значит здесь сталь хорошая. Вот так вот я нарисовал простым карандашом. Сейчас мы это все обрежем и закалим. Вот так вот вырезал. Полукруг такой вот. Все болгаркой. Конечно, нелегко было болгаркой вырезать полукруг. Зашлифуем. Все, осталось нам закалить только. Все, возьмем наш топорик, сейчас закалим, положим. Вот такая вот система. Фен раздувает уголь. Ложим. И пускай закаливается. Достаем наш топорик. Уже закалился, прогорело. Я закалю в воде. Можно, конечно, в масле, у кого есть. Вот. Так вот. Вот такой у нас получился. Закаленный, все. О, звенит уже. Хорошо. Купил на рынке вот такую вот рукоять. Можно, конечно, самому сделать, но это все время. Я купил подходящую, осталось ее довести до ума, поубирать эти горбы, вышлифовать. Вышлифовал эти горбы. Правильная ручка, когда захват берется и пальцы 5 мм не доходят до конца до ладони. Вот это правильная ручка. Все. Сделаем сейчас, просверлим. Чтобы при заклинивании топора, чтобы не произошел скол. Просверлим.
Вот такой вот топорик получился. Я его расклинил металлическим клинем, так как деревянные с годами намокают, всыхают, расшатываются. Заготовку не стал сильно полировать, так как все равно в работу, и она была не очень идеальна. Я и так сомневался, что с нее что-то получится. Вышло неплохо. Ручку скрыл лаком. Сейчас модно пластиковые ручки в молотке, в топоре. Ну, у меня к этому не лежит. Дерево есть дерево, и когда ты сам что-то сделаешь, как приятно брать его в руки и им работать. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока!